Всем привет, ребята! Меня зовут Спади Додидо, и мы попали в мир Лего! Смотрите, кто на нас нападает, это же призрачный гонщик! А с ним еще и Бэйн, ребята. Так, наша задача собирать монетки и бороться с врагами, как делал раньше на скоростный шарик. Спайдермен на него очень похож, то есть Человек-паук, и он, думаю, будет неплох. Так что давайте дадим ему шанс в этих интересных сражениях в Лего-мире, которые нас ждут. Ребята, смотрите и не переключайте, будет еще интересней, потому что специально для вас я оставил небольшой секретик. И если вы его найдете, то попадете в следующее видео. Так что удачи тебе, друг, и поехали! У-ху, а ну-ка, бам! Так, этот квадрат нам нужно поместить вот сюда. А вот отсюда уже можно его и на ту сторону. Так, а ну-ка, хоп. Фух, вот это все неплохо таки выходит. Так, а ну-ка, теперь давайте бабам ему прямо на голову запрыгнем. Есть, готово. Так, а теперь отсюда вот так, хоп. Ой-ой-ой, на самый краешек, ребята. Это, конечно, было не особо весело. Ну да ладно. Хоп. Угу. Тут-то мы подвинули, а теперь нужно заехать прямо вот отсюда, вот так, вапа-бам. Ой, здравствуйте, вы поможете мне наверх запрыгнуть? Ну, хотя бы монетку забрали, и то хорошо. Фух, ребятки, вы знаете то, что наш персонаж очень крут, и он очень веселый, и всегда подшучивает над своими обидчиками, ребятки, потому что Человек-паук именно такой. Оп. Что это мы тут подобрали? Еще одну монетку? Ну, монеток много не бывает, так что берем все. Смотрите, куда он улетел. Ай! Молоток, ты что, и меня хотел вместе с ним? Не-не-не-не-не, мы как бы в команде, эй. Ты что? Я надеюсь то, что мы действительно в команде. Со всеми этими чудными вещицами, которые мне помогают, ребята. Так что... Есть все-таки надежда на то, что мы победим этот мир и очистим вот злодеев. Так, оп. Кто тут меня уже ждет? Привет, все, ребятки. Так, тут же обрыв. Не так-то тут и просто. Надо эту палочку передвинуть, а теперь этот ящик остался, да? Готово. Угу. Так, хоп. Оп, нужен, давай. А зачем я ее раскручиваю, ребята, если нам нужно прыгать на него? Так что придется все нам немного повторить. Ну, это как бы не страшно, но мало ли. Оп. Так. Эх, давай, раскручивайся, штуковина ты такая. Есть. Ну, я думал, то, что мы не допрыгнем. Нет, ребята, все получилось. И монетки наши собираются. Оп. Есть. Смотрите, как мы неплохо все-таки справились, да? Так, это что за штука? Куда она меня везет? О, нет. А звездочку кто забирать будет? Ну-ка, мне понадобится этот ящик. Так, эй. Ящик. Ты будешь что-нибудь толкать сегодня? Так, ребят, что-то он нам не поддается. Но сейчас мы... Вот его лопнем. А теперь будем пробовать. Так, ну потихонечку он двигается. Ну-ка. Эх, тяжело, ребятки. Все, пошло. Что? А вот зачем я это делал-то? Не знаю, как-то все было странно. Ой, ну-ка, тихо. Монеточка. Монеточка мне обязательно понадобится. Так, что это он тут у нас делает? Бегает, что ли, себе тут мешается. Мы его вот так вот и все. И, ребятки, смотрите, как мы прошли этот уровень. Это, ребятки, точно не все. Будут еще приключения, которые можете посмотреть сразу же на моем канале. С вами был Спади Додидо, и всем пока. Come on.
Yeah.